Приветствую вас, друзья, я Донис, а мы продолжаем проходить историю заразы, Реквием. От города ничего не осталось. Одни руины. Нам нужно уходить. Это беспрецедентно. Да, ужас тут произошел. Все из-за нас. Из-за этого мальчика маленького. Наверное. Неужели это действительно из-за него крысы тут сбунтовались? Нет. Мы видели трупы, которые появились до нас. Они не могли так быстро прямо умереть, эти люди. Помните в начале первой нашей вылазки в городе? То есть тут все до нас начиналось. Возможно, Гюго просто ускорил процесс. Что? Что случилось? У меня голова кружится. Ничего, спи дальше. Да, визуал, конечно, сильная сторона этой игры. Так великолепно все нарисовали. Может, сюжет не такой плохой, зря я ругаю. Просто эти вылазки постоянные. Ощущение, что мы на месте топтались, никуда не двигались. Жители, нет времени, не останавливайся. Кто? Нет. Кто это? Постарайся поспать, Хьюго, ради меня. Нет. Пожалуйста. Я... Не смотри, не открывай глаза. Амиссия, что случилось? Это... крысы. Они напали. Нет. 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 Мы уходим, Хьюго. Прости меня. Все как в моем кошмаре. Это все из-за меня. Пожалуйста, успокойся. Нет. Это я виноват. Нет. Кошмары — это ведь просто сны, так? Я дам тебе кое-что, когда придем на лодку. Это тебя успокоит. Нет. Я хочу, чтобы это наконец прекратилось. Прости меня. Я хочу, чтобы оно прекратилось, Амиссия. Оно прекратится. В Марселе тебе помогут. Неправда. Мы еще ты и Марсель разрушим. Ты говоришь, но это неправда, ты врешь. Юга, пожалуйста, я... успокойся. Да, тебе плохо, и ты сердишься. Но ты же знаешь, я тебя не брошу. Мы что-нибудь придумаем. Что-нибудь. Представляете, какое силище эти камни раскидало. Вы в порядке? Я думал, вы... С нами все в порядке, Лукас. Забирайтесь на борт. Высвобождена энергия, практически как от ядерного взрыва. Это все. Магистр Ваден. Я понял. Тогда отплываем. Глава 5. После нас. Лишь пепел и разруха. Ужас, там и трупы плывут. Все вместе, вперемешку. Говорят, в Гиене было то же самое. Крысы. Укус, отравляющий кровь. Думал, до нас не дойдет. Постой! Эй, это был сон. Мы приплыли? Нет, но уже скоро. Эй! Не смотри туда. Почему? Я уже видел подобное. Это ничего не изменит. Хьюго, у тебя был припадок. Я не хочу в Марсель. Погибнет еще больше людей, и ты это знаешь. Мама хочет... Нет!
остров! Мне надо на остров! Мне там помогут, Амисия! Давай отыщем его! Меня никто не слушает! Я говорил, что мне плохо, но магистр не послушал! Сказал, это все часть испытания! Они с мамой думают, что все знают, но это не так! Но ведь люди гибнут из-за меня! Эй, я тебя понимаю! Я сделаю то, что тебе нужно. Обещаю. Судя по всему, нам реально на остров надо. Надо послушать Гюго. В его писке есть смысл. Лукас, сходите с Хьюго к капитану. Хорошо. Он покажет, как управляют лодкой. Попросим, чтобы он научил нас вязать морские узлы. А может, даже даст порулить. Ух ты! Его нужно увезти в безопасное место. Ты хочешь снова посадить его под замок? И, по-твоему, это нормально? Ты видела, что происходит? У Ордена есть люди, снаряжение. Они знают, как с этим справляться. Это произошло из-за того, что ты и этот Ваден сделали с Хьюго. Мама, если его опять запрут в четырех стенах и станут пытать, он умрет. Он ребенок, и он тоже от всего этого страдает. Он мой ребенок. Амисия, я не враг тебе. Я знаю, что ты всем сердцем любишь брата, и я знаю, что между вами есть связь, которую я не могу понять. Но тебе нужно осознать, то, что произошло там, произойдет снова. Ты права. Тебе этого не понять. Проклятие! Обломки! Здесь не проплыть! Пойду посмотрю, что там. Я все-таки не понимаю, это реально из-за Хьюго все произошло? Крысы восстали из-за него? То есть он абсолютное зло здесь. Кажется, я знаю, в чем проблема. Мы разберемся с этим. Ну, ребята, ваш выход. Эй, если хочешь, можешь остаться внизу. Нет, все в порядке. Я же сказала, я тебя не брошу. Нужно только разобраться с лодкой. И еще кое с чем. Да, иди. Спасибо. Тогда им надо просто не идти в город, находиться где-то в деревне. Там, где людей меньше всего живет, и крыс, соответственно. Это какой-то тупизм, если честно, ехать сейчас в Марсель, чтобы там то же самое произошло. Его по-любому надо оставлять где-то на ферме. В одиноком домике. Изолированного. Там, с минимальной охраной и близкими. Тогда, по идее, все в порядке будет. А уже остальным ездить, искать людей, кто может помочь как-то. Этот остров может искать. Делаем ставки. Будем ли мы стрелять из этого арбалета? Я думаю, что да. С Лукасом побежим. Смотри, мы сели днищем на какие-то обломки. Давай их вытащим. Нет, это долго. Может, просто ее подтолкнем? Ну, давай попробуем. Готов? Да. Тогда толкай! Ни хрена себе! Капитан сидит спокойно. Вам придется нас догонять. Что? Амисия! Догоняй нас! Мы будем ждать ниже по течению. Так они успели бы. Ищем обходной путь. Надеюсь, Жозеф сможет остановить лодку. Вы шутите? Они успели бы, если бы они сразу побежали и запрыгнули. Окей. Видимо, так нужно было для сюжета. Сколько людей погибло ни за что. Это ужасно. Но кто же знал? Сейчас уже ничего не изменишь. Но вот остров, Хьюго говорит, он все исправит. Значит, так и будет. Но как? Сейчас главное не как, а где. Нужно его отыскать. А как же твоя мама? Мне все равно. А вот тебе придется выбирать. Но она же мой магистр. Как только вот эти все проблемы в городе начались с крысами, сразу надо было уходить. Ну,
А миссия плюс-минус этого и хотела, а вот этот Ваден дебил полный. Я думал, он злодей какой-то, он просто идиот оказался. И мать тупенькая тоже. Попробуем здесь пройти. А тут тихо. О, это еще что такое? Спокойно. Это, кажется, олень кричит. О, я уже и забыла, что они есть. Видимо, у них брачный сезон. Для них словно ничего и не произошло. Природа живет своей жизнью. Хаос, с которым мы сталкиваемся, является ее частью. Как-то так. Вот только у них сейчас брачный сезон, а мы пытаемся тут не погибнуть. Да уж. Давай вернемся. Да, мы вперед. Воспоминания, рев оленя. Это первое воспоминание, которое мы не могли пропустить. Ленточка висит чья-то. Да, картинка, конечно, потрясающая. Это действительно одна из самых красивых игр, что я когда-либо видел. Здесь есть проход. А, можно было прямо идти, понятно. И не зайти туда. Тут плохо, иногда непонятно, где ответвление, где основной путь. Сюда. А вот и река. Ух ты, вот это вид! Просто потрясающе! Вон они. Боже, сверху все выглядит еще хуже. Ужасный запах. Нужно увести Хьюго подальше. О! Эй, я их вижу! Амиксия, возвращайтесь! Мы идем! Тут есть мозг к реке! Только скорее! Что это? О, нет, 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 нет! Какого черта? Это они! Крыса уже здесь! Так сейчас день! Опасности, кажется. Это было так близко. Ты в порядке? Да, не беспокойся. Она цела, Хьюго. Гляди, они оба целы. Да, но крысы. Мы знаем, что делать. Мы идем к вам. Ну, с чего начнем? Да на другой стороне есть жаровня. Давай, бежим. Хорошая штука. А, она не вечна. Хорошо, с этим покончено. Они повсюду. Должен быть какой-то способ. Эти краны. Точно. Если они могут переносить камни, смотри, у этого есть лебедка. Давай попробуем. Лукас, дело за тобой. Хорошо. Люблю напрягать этого Лукаса. Работает. Тюк движется. Да, так мы сможем перебраться на ту сторону. А, и он снова загорится. Ты видел ту дыру? Я думал, он обгорел что уже. Что они теперь способны? Они уничтожили целый город. И это повторится, если мы продолжим игнорировать чувства Хьюго. Чувства Хьюго? Одного сена недостаточно. А, здесь нельзя пройти. Да зараза! Ух. Достаточно. Договорились. А, и он сам возвращается какой-то неведомой силой. Понятно.
Лукас, задание как раз для тебя. Ага. Так, горшочек у меня есть? Смолы добавим сюда. Тоже зажигать может. Уже в пути! Столько усилий ради того, чтобы попасть в Марсель! А вдруг этому стоит? Нет, не стоит! Даже Хьюго уже в это не верит! Да! Его можно понять! Я на месте! Так и держи! Держу! Я иду! Давай быстрее! Анисия! Мы идем, Хьюго! Он все еще напуган. Нужно скорее до него добраться. Но с ним же твоя мама. Она ему ничем не поможет, и он это знает. Ну, тогда давай поскорее к ним вернемся. Давай, используем еще раз кран. Да. Ах, зараза, я поспешил. Окей. Займись этим, Лукас. Хорошо. Амисия, скажи мне, что ты задумала. Ты о чем? О том острове. Я же тебя знаю. Я все сказала. Тебе придется выбирать. Готово. Скажи, давай, как ты отпускаешь. Я побежала. Ну же, быстрее. Что? Нет, нет, Лука, что мне делать? Лови. Ударим об землю. Беги к лестнице. Зараза! Что это такое? Торопись, оно недолго действует. А ну, пошли прочь. Тебе это не по вкусу. Как на грани сейчас все было. Фух, круто. Что это было? Бенгальский огонь. Это такой минерал. Я его по дороге нашел. Он мне жизнь спас. Спасибо. Я знал, что из него можно высечь искру, но чтобы так. Хорошая штука. Смотри, может, еще найдешь. Ладно, моя очередь тебе помогать. То есть эта штука развалилась, получается, я даже не видел. Отлично, вроде свободно ходит. Держись там, Лукас! Не торопись! Он пока сюда не лез. А так, а зачем я сюда веду? Не, надо не так как-то. А, я пройти, наверное, смогу теперь. Ага, я понял. Понял систему. Мудёра! Теперь берем огонь. Идем вместе с этой штукой. Давай, давай, давай! Хорош. Молодец. Есть там что-нибудь, что поможет мне перебраться? Палка. А, кинуть ему, наверное, надо палку теперь. Это подойдет. Поймал. Отлично бросаешь. Отлично ловишь. Ладно, моя очередь. Боже. Ты справишься, просто беги. Да, это ж просто крысы, так? Подумаешь, крысы. Да, так, чего ж я жду? Ну, я пошел, пошел. Беги, не думай. Не думаю. Не туда. Да, хорошо бегаешь. Спасибо. Нет ничего лучше. Хорошей мотивации. Так что теперь? Я застрял! Эта штука на замке! Я разберусь! Так, здесь еще один тюк с сеном. Я его поджигаю, и мы бежим! Хорошо!
Будь готов! Так, успею! Сейчас проверим, что тут. Давай скорее! Давай, зараза! Скорее! Ух! Тютелька в тютельку. Все рассчитано. Ну, сам не зажжешь? Мне понравился твой боевой клич. Спасибо. Это мне помогает бежать быстрее. Мы уже близко. Не сбей дыхание. Я пытаюсь. Ну что, будем копить на инструмент сделать. Великий? Вечный инструмент. Еще два обычных инструмента надо. Ну, раз мы пошли по этой ветке, то надо уже добивать. И 90 осколков требуется, компонентов. Нехило так. Отлично, почти добрались. Может, в Марселе будет иначе? Если Орденца получит Хьюго, назад пути уже не будет. А миссия? Ну не могут же они все быть как Ваден. Я не готова рисковать, чтобы проверить, прав ли ты. Сразу твою дивизию! Вообще-то тут света порядочно. Странно, что они могут в таких местах обитать. Отлично, почти добрались. Может, в Марселе будет иначе? Если Орден заполучит Хьюго, назад пути уже не будет. А миссия? Ну не могут же они все быть как Ваден. Я не готова рисковать, чтобы проверить, прав ли ты. Ну вот сюда надо было, понятно. А зачем тут еще палочка? Туда можно вернуться? Ладно, пойдем внутрь. А раньше он подставлял досочку. Обленился. Амиссия! Мне было страшно. Ты же знаешь, я всегда возвращаюсь. Вот и я ему говорила. Я так рада, что вы оба в порядке. Простите, что встреваю, но нам нужно плыть дальше. А эта чертова цепь нас не пускает. Мы с ней разберемся. Как в Assassin's Creed Вальгалла. Помните, такие же цепи были на реке. Вот эта лебедка ее тянет. Давай-ка, Лукас, поручаю это тебе. Разумеется. Она управляет паромом. Нам сейчас не паром нужен, а от цепи это избавиться. На этой стороне. Может, на другой стороне? На паром я смогу туда переправиться. Да там под этим причалом чего только не нанесло. Вот цепи заклинило. Как нам туда спуститься? Что-нибудь придумаем. А на цепь ты не можешь запрыгнуть и туда перейти? Там уже смотреться. Ага. Дальше не идет. Она под уклоном. Откатывайся назад. По-моему, эта тележка тебе мешает. Ну как? Есть там проход? Ой, тут сейчас приятно будет. Господи. Ты в порядке? Все. Все хорошо. Там кругом мертвецы. Вот это жуть. Убирайся! Нет! Я справлюсь! Простите меня! О!
Игра, вот, с одной стороны, вроде какая-то вот детская такая, судя по сюжету. Но, блин, такая тут жесть. О, нет! Только не это! Простите! У меня нет выхода! Пожалуйста, простите! Мне нужно это сделать! Охренеть! Получилось! Сейчас подгоню к тебе паром! Да, пожалуйста! Возвращайся! Да, сейчас! Это, наверное, было ужасно! Да! Но от этой игры ожидаешь чего-то, я не знаю, более фэнтезийного, волшебного, доброго. А тут все такое серьезное, как какой-нибудь там мафии. Но это неплохо. Я не говорю, что это плохо, просто неожиданно. Не торопись, я буду ждать твоего сигнала. А, все, давай. Погнали. Прости меня, Амисия. Мне было страшно. Не переживай, ты не виноват. Марсель, тебе помогут, Хьюго. Я не хочу к Ордену. Понимаю, магистр Ваден вел себя с тобой грубо. Но там все будет иначе. Насчет его острова, мама. Не сейчас, Анисия. Хорошо. Ох уж это мама. Не нравится мне она. Ладно, так или иначе с цепью нужно разобраться. Видишь что-нибудь? Нет пока. Должно же быть что-то. Разрубить цепь? О, там сундук, кстати, значит, надо как-то пролезть вниз. Вот, доски трухлявые. Смотрите, прям вообще висят. Не. Держу пари, надо разбить что-то. Вон, вижу. Противовес. Может сработать. Лукас, отойди от цепи! Хорошо! Амисия, нет! Ты ранена? Какого черта? Я так сундучок и не взял. Как ты там? Я в порядке. Просто меня чуть не раздавило. Как же она теперь вернется? Хорошо, цепью разобрались и с причалами заодно. Теперь я могу пришвартоваться у шлюза. Лукас, ты сможешь до туда добраться? Что-нибудь придумаю. Хорошо, я иду к тебе. Будь осторожна. Береги себя. Да-да. Не обо мне сейчас думать надо. Думать надо о Хьюго, мама. Мне ты не веришь. Ну хотя бы выслушай его. Ладно, сосредоточься. Так, по идее, наоборот, она должна больше верить ей. Она старшая все-таки. У меня ножа нету. Блин, а где я мог взять его? А, тот сундук. Там, наверное, можно взять. Как туда попасть? Вот, залезть на бочку, дальше на камень. Но нет. И вот в этой игре полно таких моментов. Вот.
сколько тут тайн, загадок. Ну, нож. А ножа, кстати, и нету. Еще одного инструмента не хватает пока. Там внутри ресурсы еще должны были быть. Поэтому я хочу нож найти. Эх, обидно. Топор не подойдет. Кстати, производительность такая хорошая у игры, смотрите. Видеокарта даже не нагружена, 120 FPS. А почему видеокарта не нагружена, интересно? В проц, наверное, упирается. Это написано 43%, но это по всем там определенные ядра, видимо, забиты. А вот и нож. Все, прекрасно. Кстати, прикольненькая локация такая получается. Во всех смыслах и нарисована круто. И мини-квест выходит туда залезть, вниз, наверх. Прикольно. Левел дизайн крутой. Вот, тут элементов много. Они даже ценнее в будущем будут, чем инструменты. А вот и инструмент. Все, сейчас сделаем. Великий инструмент. Царь инструмент. Всем инструментам инструмент. Вот он, вечный инструмент. Теперь нам не нужен инструмент иной. Нужны только элементы. Ну, кстати, возможно, выгоднее было бы по-обычному прокачиваться. Это мы уже вбухали, получается, 5 инструментов. Свет классный в игре. Освещение, цвета, прелесть. Боже, тут вообще можно перебраться? Опять то же самое. Ладно, успокойся. Ты просто перенервничала. Оно и понятно. Да все круто здорово. Все. Ты что-нибудь придумаешь. Ладно, не отвлекайся. Если честно, эта локация мне очень нравится. Пожалуй, больше всего. Так, там каталка есть. Блин, потом намучаюсь, когда буду монтировать. Вот тут непонятно, где основной путь, а где вторичный. Хотелось бы все осмотреть. Одной тяжело. Тут нету раба своего. О как. Ну, наверное, рассчитано на вторичное прохождение. То есть первое прохождение мы просто идем вперед. А вот уже второе прохождение мы ищем всякие места дополнительные. Ох, как же красиво дерево это, птицы, вид на дистанции просто потрясающе. Как раньше в CGI роликах был. Шик. Это мы сюда только ради вида собрались? Что это должно быть? Вот скажите, у меня что, что-то не так с головой? Почему я в этой мелодии постоянно слышу оперу Кармен Бизе? Та-дан-тан-тан, та-дан-тан-тан,
Та-дан-тан-та-да-та-да-дан-тан-тан. Постоянно вот эти нотки тут звучат. Хотя, если прислушаться, вроде нет. Вот, цветок. Эй, вы тут совсем одни. Прости, но ты мне нужен. Только цветок. Хьюгу бы понравилось. Ресурсы бы дали. Ладно, за дело. Анемона. Анемона цветет на побережье Средиземноморья. Ее название по-гречески означает «дочь ветра». Ее также называют «дикоцветом». В порт цветения анемоны дуют самые сильные ветра. Ее оперенные семена разлетаются на далекие расстояния. В греческих мифах она символизировала одиночество. Анемона родилась из слез богини Афродиты, когда та оплакивала смерть Адониса. По народным приметам, цветки анемоны закрываются перед дождем. И мы как раз в одиночестве, поэтому такой цветок нашли. Цветки я, получается, все нахожу. По-хорошему, надо было и мешочек с ресурсами оставить. По законам жанра. Не только цветок. Жмоты. Ага. Тут тоже надо что-то разбить, чтобы пройти дальше. А, правильно, вот эту штуку надо туда двигать. Залезть наверх. Хорошо тужится, теннисисткой бы стала. Говорят, там самое главное уметь звуки такие издавать. Отлично, уже что-то. Лукас! Где ты? Мама, Лукас что, не с вами? Нет, он куда-то пропал. Как? Что он задумал? Теперь я смогу туда вернуться. Ага, зачем? За Лукасом? Ну же, ты все сможешь. Просто реши очередную проблему. А-а-а, вот оно чё, и надо успеть. Давай скорее! Я думаю, у нас таймер. Нет. Нам нужен Лукас. Блин, без него никак. Все равно высоко. Нужна еще тележка. А, тележку перетащить. О, прикольно. Головоломочки такие хорошие. Да, это тоже сильная сторона этой игры. Головоломочки. Иди-ка сюда, ты мне пригодишься. Хорошо придумано. Должно сработать. И причем она отпускает сама тележку, это приятно. В других играх приходится нажимать еще клавишу, пока там отпустит. Тут продумали этот момент. Ну поехали. Неплохо. Как отыскать остров? Спросить у Шозефа? Только не привлекая внимания. Первую часть мы были без матери, просто вдвоем, ну и находили всяких помощников, и справились. Теперь с матерью все тяжелее стало. Экономный мастер? На помощь! Какого черта? О нет, это люди Арно! Просто наводи и стреляй! Перезарядка ребенка! Хорошо! Отпустите! Отпустите! Мне нравится! Лукас, ты в порядке? Да!
дрожу, как осиновый лист. Спасибо тебе. Тут повсюду крысы. Я не могу до вас добраться. Амисия, расчисти ему дорогу. Как? Прикрепить наконечником Игнифер. Стреляй во что-нибудь деревянное. Так они будут дольше гореть. Хорошо. Лукас, я крикну, когда расчищу проход. Ясно. Хитро. Прикольно придумали. Само прилипает. Как же это неприятно. Понимаете, это же удовольствие самому целиться. В этом кайф игры. А тут раз, за тебя все делают. Это руки бы обломать этим уродом, кто такое придумал. Отлично! Еще чуть-чуть, и я смогу перебраться. Готово! Путь расчищен. Бегу! Гениально придумано! Ты в порядке? Да, только у меня душа в пятки ушла. Спасибо, что спасла. Ты куда полез-то? Это те же люди, что были на арене, Амисия. Что за арена? И кто такой Арно? Тот, кому лучше не попадаться. Нужно уходить. А, та самая девчонка с прощой. Похоже, что способов убивать моих людей у тебя в избытке. Отчаливаем! Быстрее! Ну давай. Попробуй. Закон Влаты. Плохо дело! Что происходит? Побегайте вперед! А, кстати, прицеливания нету. Ой, приятно. То есть я сам навожусь, нет прилипания. Очень красиво. Это шедеврально великолепно. Наверное, самая красивая картинка из всех, что я видел в играх. Приятно самому целиться, кайф. Сейчас загорится еще. Они нас заперли. Подожги эту телегу. Подожги ее своими этими огненными стрелами. И огонь великолепный. Давай, гори, черт тебя подери. Слишком долго. С огоньком уходят. Зачем стрелять обычными стрелами, если можно огненными? Давайте. А вот сейчас автоприцеливание было. Ой, как оно бесит. Что, нравится? Боже, это просто безумие. И сейчас. Не я ее начала, но если придется, я этому ублюдку Арно прикончу. Хватит хвоста, предупреди нас, что они приближаются. Посмотрим, как ты это сделаешь, будучи трупом. Блин, красиво, конечно. Да, миссия иногда срывает. Баба дурная. Мы вышли из ущелья. Течение усиливается. Идите за рулем, я с ними разберусь. Этот арбалет прямо создан для тебя. Да ладно! Что происходит? Жозеф Бёрд, спускайтесь обратно! Спустите их, Юго! Ублюдки! Зацепили! Нужно схватить лодку! Хватит! Они тебя убьют! Пусть только попробуют! Арбалет. Кстати, красиво нарисован. Спрячьтесь внутри! Вы мне тут не поможете! Держитесь подальше! Не подходите! Или я вас всех убью! Как она попала? Как-то он сам навелся. В атаку! Сосредоточьтесь на девчонке! С остальными потом разберемся! Упси! Думаете, вам все дозволено, да? Так от чего? У меня патронов нету, а как тут? Давай, прощай. Упси.
держитесь подальше от моей семьи! Они приближаются! В укрытие! У меня всего две стрелы, я понял. Думаете, вам все дозволено, да? Где ваш главарь? Где Арно? Выходи, сражайся! И он не умрет от этого, серьезно? А стрелу нельзя взять, жаль. Так, теперь арбалет. А, огненный, это была ошибка. Потратил. Как я промазал? Что-то я не врубился сейчас. Ты шкура! Я тебе кишки выпущу! Шкура! Ты у меня собственными кишками давиться будешь! Давайте, подходите, посмотрим, кто кого! Милочка. Не останавливайся. Нужно с ним разобраться. Зараза, кидай уже. Я! Скотина. Я! Арно, я их... Да, зараза, как же так тайминг? Я отпустил, но там, конечно, не сразу она. Прикольно, ничего. Хотя, конечно, вот эти вот авто всякие прицеливания. Держите подальше от моей стихи. Они приближаются в укрытии. Две стрелы максимум. Думаете, можно. Думаете, вам все дозволено, да? Вперед, она осталась одна! Где ваш главарь? Где Арно? Выходи, сражайся! Окей. Давайте, подходите, посмотрим, кто кого! Я доберусь, милочка! Не останавливайся, нужно с ним разобраться! Арно, я их всех перебью! Я не остановлюсь! Ты у меня собственными кишками давиться будешь! Это был последний, теперь лодка, перерезать веревки! Зарядил. Неплохо, неплохо. Эта глава пока что самая лучшая. И на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.